Привет, друзья! С вами канал АТК Pictures Industries. Хотелось бы в этом видео сделать небольшой обзор радиоуправляемой модели бесфлайберного вертолета Falcon 450 FBL. Точная модель вертолета Falcon 450 FBL сделана для 3D-пилотирования в самых его ярких проявлениях. Стальная головка ротора изготовлена по ЧПУ технологиям. Надежно и точно передает крутящий момент на лопасти. Хвостовая балка и шасси сделаны из металла, обеспечивают отличную прочность при малом весе конструкции. Механический блок включает в себя бесколлекторный электродвигатель и регулятор оборотов 40 ампер. Блок управления включает в себя приемник и гироскоп для бесфлайберных систем. Благодаря этому устройство намного лучше обрабатывает сигналы и реагирует на его команды. Настраивать блок можно интуитивно, и это не заберет много времени. Хвостовая передача вращения ременная, а это тоже хорошо экономит вес авиамодели. Цельнолитая рама выполнена из композитного пластика. Модель вертолета продается в готовом виде и сразу готова к полетам. Вам только останется вставить аккумуляторные батареи в радиопередатчик. Модель вертолета может выполнять много сложных фигур высшего пилотажа. Вероятно, что вы сами сможете придумать свои пилотажные фигуры. Более полную информацию о характеристиках данной модели вы найдете в описании под видео. Также в описании указана ссылка на канал Ткач Александра. Вы его сейчас видите на экране. Александр, управляя радиомоделью, сейчас покажет, на что способен вертолет, о котором идет речь. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал, ну и соответственно ставьте лайки. Приятного просмотра, поехали! Не, ну тут ты загнул, а конечно. Миллион. Земля. Я трюк какой. Мертвая земля. А скажите честно, это вы сами сделали или вы его купили? Частями купили. Не частями. Не я штуки. А собрал сам? Бурки не дают. А я их облизу. А ты, Афина, ты сам при заходе хранить поставишь, что будет? Оно стрелять не будет, пока ты его не снимешь. А если самолет снимет, то не будет. А лопасти в тебя полетят. Вот-вот. Тупой ты. Ну смотри. О, он, он не может доптиться. Такие вертолеты еще используют военнослужащих. Смотри, короче, подлетает, а он заминирован. Ага. И там летит, летит, садится на чью-то чужую базу, и она взрывает. Да, я. Там где-то 300 граммов может. Я так и подумал, красиво. Короче, вот. Ух ты! Жирь! Ну, в общем, есть такие вертолеты, я помню. Взрывоопасные. Военные. Туда тротилы какой-то горчи, чтобы поджечь базу. Они что-то влажные. А, там можно снуть. Они даже могут с этого вертолета бомбу скинуть. Я не знаю, какую. Да, можно. Ого! Тихо, не надо. Так он вертормашками, чем прикол летит. Он, кстати, лес на базе.
уходит просто. И не вернется. А... Трюкик, класс. И сколько у него батарейка работает? Минут четыре. Минут четыре. А где или минут? Минут. А, минут. Да уже прошло минуты 2-3 точно. А его заряжают. А заряжается он сколько? Ну, заряжается он гораздо долго. Ну, сколько мы ждали? Сколько? Ну, да, вот сколько вы ждали? Наверное, 6 часов. Да ну, ты хочешь сказать, что вот... Девчонки, ну сколько? Полчаса прошло, наверное, да? Чуть, может быть, больше. Воздушная петля. Воздушная петля. Вот, посмотри, там, а у него мотор не сгорит от такой мощности? Все, может быть. Не горит, да. Там, наверное, охладитель есть. Как в компьютере, только надо батареть. Не надо фиксиков смотреть. Я все серии видел. А, отстой. Я говорю, отстой. Не, ну там чуть-чуть детские, но там такой еще и взрослый. Ага. А ты если не видел. Коробки вот эти вкусные. Дима, купляйте соленые семечки. Садись, Саша. О, так он мотылька так может порезать. Ну, конечно, он тоже. А ты там, а знаешь, что можно? На тяжелую, там пилу, наверное, он уже разрядил. Нет, там можно, заметьте, на ее штучки пилу сделать. И на тяжелую базу еще нужно.